Здравствуйте, Андрей. Друзья, давайте порепетируем, как передо мной Андрей Ламов, победитель спортивного ориентирования в эстафете. Андрей, расскажите, пожалуйста, об этом старте и немножко о себе. Вот у вас вид спорта мало, как бы обсуждается в поясе, да? И вот сейчас, как бы, отличная возможность, мне кажется, популяризация вашего вида спорта. Это очень красивый спорт. Можете, как бы, кратко рассказать о сегодняшнем старте, да? О вашем виде, кратко только, и о вас. Okay, много вопросов, но... Друзья, давайте да, еще раз очень сборную Россию, скажем, Россия вперед! Россия вперед! Это способствует популяризации ориентирования. Но сегодня была эстафета. Слышно, слышно! Получилось пройти дистанцию хорошо, без ошибок. Вся команда заработала слаженно. Победили. А, довольны? Ну, да, сегодняшним результатом, да, доволен. А вот трасса как здесь в Сочи? Нормально или что-то не хватает? Ну, ну пока мы ждем, нашу цветочную церемонию. Споем еще разочек. А то есть все-таки у вас в основном вид такой летний, да? Еще раз. Летний вид спорта в основном спортивное ориентирование? Или зимний ориентирование? И зимний, и летний, но и зимой в лесу также ездим. Нет, здесь все классно, трассы, супер, большой перепад высоты, сетка такая сложная, но чуть-чуть лесом было бы, я думаю, еще интересней. Андрей, а почему вы выбрали этот вид спорта? Ну, я пробовал и лыжи, и чисто ориентирование, и потом сложил это все в одно, и стал заниматься ориентированием. Леопард и зайчик пришли вам помогать. Это вид спорта, какие достижения у вас были? Я чемпион мира. Вас, кстати, видно на наших чемпионах. В эстафете или в индивидуальном? Помашите, вас снимаю! Как наши спортсмены там выступают на передовых позициях? Ну да, в зимнем ориентировании, в особенности русские спортсмены держат. И приготовить стрелял! Что для вас принадлежность к нашему знаменитому спортивному обществу ЦСКА? Ну вообще супер, здесь вот такой настоящий праздник сделали для спортсменов и для зрителей. Давай ЦСКА! Всемирные игры раз в 4 года, большое событие. А теперь вы! Как военная олимпиада. ЦСКА, молодцы! А вы только выступаете в зимних играх военных или в детях тоже участвовали? Ну нет, я только в зимних. А хотели участвовать в детях? Там тоже проводят летние игры? Танцуем! Ну, я думаю, что там... Много спортсменов из сборной России по летним ориентирам, поэтому туда сложно пробиться в команду. А откуда вы родом? Я из Волгограда. Вот вас, молодцы! Хотите кого-нибудь поблагодарить, кого-нибудь тренера вспомнить? Пожалуйста. А всем друзьям, всем поблагодарить. Приготовились к прибегу, скоро будет петь! Да, такое настроение позитивное. Да, праздник завершился, был праздник, прошел. Да, праздник получился, и в Сочи хотелось приехать зимой, я был летом, но и зимой не было, поэтому хотелось туда приехать. Молодцы, молодцы, друзья! То есть довольны вы, да? Да, да. Все, спасибо большое, удачи вам, чтобы у вас все получилось. Спасибо большое вам. Давай!